Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проводить Титан Квест. Так, все у меня слышно, все хорошо. Так, наколдуем себе всю остальную магию, которая у меня хоть есть. Пойдемте. Тут, конечно, что серии мы прогулялись здесь. Но я так опять бегать не буду. Я сразу пойду к мышам. Подожди-ка, тут у нас золото упало. Что-то вот сейчас и стали падать деньги от вас. Так. До уровня, может, дальше, по идее, должны пройти. Ну, скелеты, ну вам нафиг не надо это сражение, это все. Может, сбежимся так, спокойненько. Там крыски вас будут охранять, да? Опа, а что за говно здесь? Спасите меня. И что за молния, вот говно? Если так заходить каждый раз, то можно тут это... Давай, убей этого гадёныша. Во. Алитного. Быстрее будет убивать, когда он будет один. Он еще как-то речь сыпал. Чё, тебе посох что еще что-то дает, а? Вот это хаос установил. Так, о, 1700, нифига себе. Ты не можешь это не можешь поднять больше. Почему не могу поднять больше? Инвентарь полон. Да, ё-моё. Интеллект нужен. Понятно все. Так, сундучок открываем тоже. Так, денежки, денежки, денежки. Так. Пойдем продадим все это нафиг. Вот сюда, да. Как-то спокойно. А может их как-то может быть разобрать, если вот это просто оставлю пока здесь. Пятнадцать урона здоровья. А это я все продам сейчас нафиг. Так. Это я понял. Где тут продавец? Вот мечи, он. Щиты, зелья, поножи, луки, всевозможные шлемы. О, я могу вам помочь? Не. Ты не можешь мне помочь. Так, что тебе за меч? Быстро, мне очень быстро нужен. Я не вижу нифига. Очень быстрого меча. О, 16 на 22, быстрый. В таком случае, пока. Да-да, пока, пошли дальше мы. А мы пойдем дальше. Порталов ничего же не осталось, нифига. Тяжелый охотничный лук. Вот это все подберем. Так. Здесь у нас
Какая-то местность есть. Непонятно. Крыски. О. И его просто здесь, типа того, отвлекающий момент. Да блин, как мне бесит за вами бегать, а. Ну все, ты готов будешь. О, прочный. А, фигня какая-то. Все, тихо. Ну это посох. А посох мне не слишком интересен. Нифига, вы как кошки эти, что ли? Можете кидаться. Чё-то вас слишком много здесь накидали. Ну с вас так нормально опыт. И просто от количества тут мне опыт не давали здесь. Так. Крепкий, 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 еще какой крепкий. Так, тут у нас тупик, да? Опять, ну что, пойдем через скелетов? Туда вниз. И тут что-то где-то можно пройти еще. Это я в любом случае возьму. Нифига себе, толпу нарвался. 300 золотых просто ниоткуда летит. Понабрали здесь уродов, да. А, наконец-то я убил его. Так, выпьем бутылочку. Тут-то бутылочку в любом случае. Какой-то шлемчик еще появился, да? Да, посмотрим. Так, 40, энергии 10. О, а это я забыл. Убрать. Ну ладно, ничего страшного. Подожди, это что, в пещерку я иду уже? Не, в тупик, слава богу. Я думаю, я сейчас шел туда, куда мне надо идти. Так, что вообще у нас опять? Что у нас? 28, 36... 47 фигня, тоже фигня, у меня там покруче. Ну и все, готово. Порубали тут всех их. Ну сюда, ладно, так не прошел, как не прошел. Не слишком важно это, на самом деле. Страшное. Мне что-то не нравится это.
Ой, бля. Ненавижу, когда так бегают они. Ну что, сдохнешь там? Все-таки придется догонять. Так. Кольцо, снадобье. А я не понимаю, это дальше проход или подземка официальная или нет? Я просто не понимаю. Тут какие-то везде проходы есть, бля. О, уровень. Супер. И это просто весь крам здесь. И мы через храм пойдем, через подземелье, и там будет пещера, да. Запасной выход. Так. Пока мы здесь, можно жизни прибавить себе. И силу. Не-не-не. Сюда. И ловкость хочу себе прибавить. Все. Готов делать. Здесь что у нас? У нас здесь есть... Вот это хорошо, конечно. 10 жизней секунд восстановления. Очень прикольная штука. Удар щитом. Это пассивное, да? К этому, да, идет? Я не понимаю. Шесть защите. А тут что у нас? Урон от горения. Щит жара. Давайте вот это прокачаем. Вот это прокачаем. Умение, которое позволяет наносить урон не только оружием, но и щитом. И вот это прокачаем. Вот. Теперь что у меня? Щит покруче стал бить? А фиг узнает, да? Ну ладно. Так, это я сделал. Что-то я нифига не понимаю. Так, сюда это. А сюда вот это. Ополчение. А, щит это ненадолго. Да? Держи-ка. Ну, по прямой что-то есть. Горите, Павла. Чиггернаут уже здесь. Так, все, мы тут все очистили. Пойдемте сюда. И тут все задания. Что-то мне здесь не нравится. Вот они.
это вообще жестокие. Как с вами драться-то, я не понимаю, а? Они еще лечатся, павлы. Ну давай. Сейчас эта дверь заперта. Офигеть просто. Эти дуры мне надо убить. Ну ее речь тут какая-то из этих дур. Давай, 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 мочи. Ну. Они свои говном, блин, а. Хорошо, аптечка есть. Медузы проклятые, а. Каргонные. Так, живи, 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 живи. Блин, а! А ну все-таки-то убил я. Бить босса, 2000 опыта. Просто улетели. Так. Просто тупо улетели. Так, вот это берем, вот это берем. А вот это что за фигня? Я могу и союзников, и на себя только делать. А это интересно, она там жива или мертва? Не, мертвая. Это супер. Будет легче уже. Давай, мочи эту дуру. Проклятую, а. Ничего ты сундуков, бро. Подожди, подожди, подожди. Я же опыт тут должен подобрать, да, свой? А вот он. А, тут всё же 300 опыта. А, нафиг мне они уперлись. Ну ладно. Надеюсь, огонь вас повредит всех. Готов. Ну все, ты последний остался. Дура поганая. А теперь тебя никто не лечит. И мы на один на один. Сделали. И блин, а? Очумить просто. Так. Шлем 40. Это фигня. 28. Ты все фигня полнишь. Ты не можешь нести больше. Эй, фиг с ним. Здорово. Подожди-ка. Чё у нас здесь упало?
Так, это обязательно. Это тоже обязательно. Усиленный шлем разума. Защита кольцо стойкости, ожерелье жизни, украшение. Украшение. Инвентарь полон. Опа, она что-то за говно. Где отсюда нафиг? 40. Круче моего. Супер. Так. Сундучки открываем. Так, аптечки, золото, бронесоветик. Ты не можешь это нести. Облегченный усиленный баклер. Короче, понятно, тут ничего такого супер нету, да? 52, ну да. А, вот меч. Я мой покруче сам нож. А, и шлем. Шлем мы уже смотрели. Так вот, вот это прикольно. Ну ладно. А что у нас тут вообще? Есть что-нибудь еще? Блин, что-то я еще не на то нажал. А, я могу отменять его. Вот это супер. Ну что, давай, здорово. А тут взялась ты, а? Как я могла позволить этим горгонам добраться до меня? Больше я так не попадусь. Ты знаешь, кто такой Тулхин? Он могущественный колдун, призывающий чудовищ, чтобы они сеяли смерть и разрушение. Я выследила его и хотела убить, если бы не эти горгоны. А теперь он ведет свою армию к Афинам. Город будет осажден. Если тебе нужен Тулхин, поспеши, пока я сама не добралась до него. Награда 3000. А, все, вот это я все сделал, да? А, вот тебе сюда надо. Спасибо, но нам пора прощаться. Идешь ей. Ой, блин. Это что, младшие сестры Медузы? Шлем ты сразу. Не можешь поднять больше. Нифига себе шлем стража. Стража. Так. Что за шлем стража? Во, 40. 70 энергии. Здесь восстановление энергии. Покруче. Так, что у нас есть? Вот это я могу объединить. Да? Так, вот это я могу опять объединить. Вот это я не могу объединить. Это супер вообще. А вот и мое лечебное средство. Ты не можешь это нести? Да мне не надо это нести, блин. Ты не можешь понять. Ты не можешь это нести. Что-то вообще тут кажется странно. Не правда ли, а? Что у нас такое творится вообще здесь, а? Храм ушел в пещеру. А что за выход здесь? Это какой-то выход есть. Защитный шлем стража. Ты не можешь поднять больше. Так, у него всякий раз стража. Хорошо, понял, надо это. Опа-на. Всё, подожди, выхожу я отсюда.
Вот это поворот. И вот это чудаки здесь стоят. Так, мне нужно в город. И вообще куда-нибудь. Так. Давай сюда можно. Переместимся. Боксим с ним. Ничего страшного. Я сейчас все продам, что не нужно мне. И все подберу вот это. Что-то мне его просто не нравится. Так. Деньги-то капают. Спасибо большое. Деньги-то кап. Так, защитный шлем. И вот это кирас. Так. Снаряжение у меня 40, а это 30. Не, говно. Ну это, блин, похоже на это. На баб, правда, блин. Больше. Чего-либо другое. Приветствую Рок. Тебя. О, тут караван. Да поможет тебе Гермес. А вот на другой части реки. Я прошелся. Вот это я круг сделал, да? Так, а там что-то еще есть. Я хочу прогуляться здесь. Пока есть время. Ну, мало уже. Время, мало уже. Времени уже мало, пока я там туда-сюда ходил. Ну ладно, все, возьмем, все равно там чудак стоит у нас. Да, уровень набили 15, но до 16 еще далеко. Ну что, тут элита будет? Ваших босс я убил. А вы виды медузы не слишком офигенные. Стражи какие-то. Ну кого ударь-то, ё-моё, щитом, а? Средняя. Так, богатый сундучок. Стойкости, стойкости. Так, сундучки открываем и смотрим, что тут подпало. Золото, бутылочки. Берем все, потом смотрим и продаем. Кажется, все. Я тут все очистил. Больше ничего нету. Вот это поворот. Зашел там. Оказалось как-то здесь. Это слишком не странно, а? Вот сейчас посмотрим. Я вообще-то вот заходил. Вот это я заходил. Но при этом я зашел вот здесь вот. В пещерку. Но оказалось, как-то я вот здесь вот. Я вот что-то не понимаю, это вообще просто. Чудеса какие-то. Ну ладно. Так, вот воскрешение. Добрый день. Ты. Сейчас, секундочку, я посмотрю, что у меня тут есть. Так. Это продаем. 45 продаем, 60 жизней тоже продаем, это продаем. 47 продаем, это тоже продаем, все продаем. Чем могу помочь? Вот и полмиллиона уже денег есть. Так, что у нас? Есть что-нибудь быстрое такое? Всех, естественно.
Ну, 18 кражей жизни в течение 3 секунды. 18 единиц. Вот еще. 65 цена. Ну ладно, пока ничего делать не будем. Посмотрим еще раз здесь. Да, вот он мостик. Второй чуваки. Там рабочий. Ну ладно, на этом мы остановимся. Увидимся уже в следующей серии других поражений. Всем вам удачи. И пока.